Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах размещения кошачьего лотка. Очень часто кошки не ходят в лоток просто потому, что им не нравится то место, в котором он стоит. Как же можно избежать такой проблемы? Где лучше всего поставить кошачий лоток? И о каких моментах важно помнить, выбирая место для него? Давайте подробнее рассмотрим основные правила размещения кошачьего лотка. Прежде всего, место, в котором вы хотите поставить лоток, должно быть удобным для кошки. Если у вас котенок или пожилое животное, располагайте лоток рядом с местом постоянного времяпровождения вашего питомца. В противном случае котенок или пожилая кошка могут просто не успеть добежать до туалета. Также, если вы проживаете со своим питомцем в большом многоэтажном загородном доме, старайтесь ставить лотки для кошки на каждом его этаже. Не ставьте лоток для кошки в укромных уголках, например, за шкафами или диванами. Такой лоток кошки оценят как западню. Также не надо выставлять лоток питомца на всеобщее обозрение. Найдите для лотка кошки тихое непроходное место, с которого питомец, однако, сможет контролировать происходящее вокруг. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Не ставьте лоток рядом с местами, где кошка играет или принимает пищу. Для каждой активности нужна своя зона. В противном случае кошка просто не будет ходить в лоток, поставленный в таком месте, ведь он у нее будет ассоциироваться совсем не с туалетом. Если вы владелец нескольких кошек, никогда не ставьте их лотки рядом друг с другом. Каждому питомцу нужно свое личное пространство. И если даже ваши кошки согласятся ходить в туалет рядом, скорее всего, они будут воспринимать несколько лотков за один большой, что, естественно, негативно отразится на личной гигиене каждого питомца и чистоте в доме. Итак, теперь вы знаете, как определить правильное место для лотка вашей кошки. Помните о перечисленных правилах, и пусть ваш питомец никогда не игнорирует свой туалет. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!